покрытая высокой прошлогодней сухой травой борозда у самого села Воскресенки проглотила отряд. Ничего, ребя, пусть подойдут. Здесь они не ожидают нас встретить. Ишь, с фланга им захотелось ударить. А подкрепление-то они и не подумали. Это Алексей Ягунов. Записки старого комсомольца. Возвращаемся в год 1918. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».